Марин, это такая честь, что ты посетила мои уроки, но я должна спросить... Какого хуя тебе не было в школе целый месяц? Я в Шанхае была... Где? Ты в России должна быть! Я родился там и пригодился, ясно? Слушай, а как ты оказалась в Шанхае? Ну, вообще спасала мир, то есть безумного кота, он выпрыгнул из самолета, я за ним... Ясно, можешь не продолжать. Слушай, я тут подумала, может, ты какая-то супергероиня, которая притворяется школьницей? Ладно, надеюсь, Андрей Агрессор тоже устроит, как бы нам сюрприз, появится на моих уроках. Что это у тебя? Я решила дать Андрею письмо, рассказать о своих чувствах 500 раз. Рассказать. Вау. Я-то думала, вы уже встречались и расставались 500 раз. Сама-то. Уже все знают о тебе. Да, закрой рот. Народ, всем привет. Андрюх. Андрей. Я хотела тебе отдать письмо. Марин, ты почтальон теперь? Она так тупо выглядит. Согласна.